Всем привет, братва. Так, сейчас вот малого уволили, короче, за то, что он по машине стрелял. Хотя там никого не было в машине. Ну, я не знаю эту ситуацию, мне так рассказали. Он себе тупо скиллы качал, типа, за дерево. Его взяли и уволили. А я спросил, за что, у того, что уволил. Он якобы сказал, то, что он по машине стрелял моей. И все. И после этого я спросил, что там проценты какие-то снялись, что-то типа того. Он сразу ливнул. Так что и еду восстанавливать мало. Блять, алло. Дани. Паспорт покажи ему. Ща. Жди, короче, он тебя сейчас примет. Чё он там пишет, блядь? Ох, ебать. Чё-то сорвалось, блядь. Взорвалось. Бля, чё он тупит? О, пас покажи. Блять. Короче, все, блядь, приняли его на третий ранг, так как он и был, ну ему больше не надо. Все, вернули мы пацана на место. Вот Рифа сейчас как. Гросс 3 тоже так ничего лобает. Вот такая вот ситуация. Все, всем спасибо, всем пока.